Добрый день всем. Начинаем трансляцию матча Rave против команды Signature Trust. На данном этапе Rave на второй позиции. Делят ее вместе с командой Invasion, чей матч будет следующим после данной катки Best of 2. Но в любом случае Rave надо выигрывать, потому что прямиком за ними следует Invasion. И если Rave здесь сливается, а Invasion выигрывают, сами прекрасно понимаете, что никакого интереса у Rave играть дальше не будет. На данный момент в пике у Rave уже Vengeful Spirit, Снайпер, Бэтрайдер и Witch Doctor. Со стороны Signature Trust Тролль Варлорд, Queen of Pain, Чен и Клокверк. По линиям, в общем-то, у Signature Trust уже все нарисовалось. Клок идет на сложную, Тролль фармит легкую, Квапа мид, Чен в лесу. И, понятное дело, еще один саппорт на лайн нужен. У Рейвов тоже Снайпер на мид, сложная Бэтрайдер, Witch Doctor и Винга саппортят. Осталось добрать только персонажа для роли мейн-керри. Ну и саппортом банит команда Rave. Пятого это Рубик. Рубик отправляется в баню. Ну и теперь ждем, кого Signature Trust не хотят видеть в составе команды Rave. У Rave осталось совсем чуть-чуть времени на пик. На самом деле, и это, в общем-то, прекрасно. Не придется долго сидеть, смотреть. Полторы минуты еще дополнительного для Signature. Забанили Бристлбека. Такого керри не хотят видеть. Тоже неплохое решение. Ну, ждем. Тракса у нас в бане нет. Траксы в бане у нас нет. Все герои у Рейв рейнджевые. В принципе, можно бы взять Траксу. И валить достаточно неплохо. Медуза тоже у нас не в бане. Ну, посмотрим. Возможно, это будет какой-то Войд или какой-то антимаг. Тоже относительно неплохо. Хотя в строте со снайпером антимаг, конечно, немного бесполезен. А нет, Войда у нас уже не будет. Войд у нас ушел в баню. Джаггернаут для Рейв. И последний пик для Signature Trust. Последний саппорт. Сейчас команды пикнут своих героев. Пока будут разбирать, выведу таблицу на экран. Посмотрите, как там дела в азиатском дивизионе происходят. Ну, только что MVP Феникс. Одну игру у 5EVO выиграли, вторую слили. Там дела особенно не изменились у MVP, но немного оторвались от своих преследователей. Зевс в итоге для Signature Trust. Ну, понятно все. В общем-то, все понятно по персонажам. Давайте глянем на турнирную таблицу, пока есть время. MVP Феникс. На первом месте вы видите 12 очков. У Rave 10. За ними идут Invasion 10. За ними идут Arcanus и Can't Say Whip. Сегодня играет Invasion. Сегодня играет команда Rave. Ну, собственно, этот матч мы наблюдаем. Ну, против них играют Signature. У Signature дела, в общем-то, такие же, как у Rave'ов. Тоже 8 матчей сыграно, но на 1 поинт меньше. В любом случае, побороться могут все. Signature дела лучше идут, чем у тех же Underminer или Can't Say Whip и Arcanus. Просто выигрывай две следующие катки и выходи на второе место. Короче говоря, бойня будет. Все команды идут очень плотно. Тут единственное, что Jaguard у нас и Минески отвалились от общего состязания. Ну и 5EVO на самом деле не алё выступают. Хотя лидера номинального MVP Феникс только что уничтожили. Возвращаемся к матчу. И, конечно же, пауза. Как иначе? Как вообще начинать игру без пауз? По героям давайте тогда посмотрим, кто на ком будет отыгрывать. Райор у нас на Джаггернауте. Даже немного странно. Видимо, трипла отправится в сложную. Криси играет на Бэтрайдере. Нелли будет играть на снайпере. НБ отыгрывает на Vengeful Spirit. И каст на Witch Doctor. Со стороны Signature Trust. Зевс для Бумбелла. Майпро на Квапе в мид. Абба на Клокверке в сложную. Канеки на Чене в лес. И Лакелс фармить легкую вместе. Я думаю, вместе с Бумбеллом. Хотя Лакелс и в соло может пойти у нас пофармить легкую. Тоже проблемой не станет. Чен в итоге отваливается. Вчера у нас были интересные матчи, там Empire с Непами сражались вообще до последней крови.
В итоге две катки забрали, сравнялись по поинтам и в тайбрейке проиграли Непам. Empire, ну, остаются на второй позиции, тоже, в общем-то, все хорошо, место выходное. Вот. А так вообще интересных матчей не было. Интересные матчи у нас сегодня, за последние два дня. И, собственно, у нас действительно в азиатской группе самое ожесточенное преследование. И самое серьезное рубилово должно быть. За ним мы будем наблюдать. Все, возвращается в игру Канеки. На Чене, собственно, пора и начинать. Таких вич-докторов я люблю. По-моему, один из лучших артефактов в доте вообще. Это маска на вич-доктора, это что-то с чем-то. Ну и не считая, конечно, просто таблички с нарисованными глазами и ртом красной краской. Все, все готовы, хватит гардероб изучать. Переключаемся непосредственно к матчу. Впятером Рейв отправляются во вражеский лес, насколько я понимаю. И сюда же идут игроки Signature Trust. Встреча должна быть. По-моему, начало игры будет более чем захватывающе. Наблюдаем. Крисси летит первым. У Крисси ничего еще не вкачано. Blade Fury у Джаггернаута вкачан. Но стоят Рейв, ждут, когда подойдут. Есть ли Vision? Вижена нет, ну, Вижена только на дальних персонажей, а на Крисе, на Каста и на Райора Вижена не было. Ну, убегает команда Signature Trust. Зачем вы сюда тогда пришли, спрашивается, подраться, если вы уходите? У Бэтрайдера уже есть тапок со старта, в общем-то, это бесполезно все, потому что Signature Trust не подпустили к себе. Оппонентов расходятся по лайнам, ну, поздоровались хотя бы. Это первая игра в противостоянии Best of 2. Опоздали команды, потому что игрался другой матч азиатского дивизиона. Теперь Rave Signature Trust у нас на повестке. Первая игра. Только-только начинаем. Счет 0-0. Бумбл с Лагелсом по каске разделили. Отходят отсюда. Ну что, Канеки у нас в лесу. На линии Лагелс и саппортит его Зевс. Но тут больше не его саппортит, а конкретно напрягает Бэтрайдера. Постоянный харас. Опять же, Зевс у нас через нижнюю на ранних левелах идет. Майпроф фарм укомплектовался. Нелли тоже укомплектовался фарм. Здесь 50 дэмэджа, здесь 62 дэмэджа. У Квапы дела получше в плане фарма. Но, опять же, руки много чего решают. Стендин, кстати, в команде Рейв. Нелли отыгрывает на снайпере. Трипла на легкой. Райор фармит. Даже удивительно Райора видеть в легкой. Обычно только на сложной этот парень отыгрывает на соло-персонажах. Ну, теперь отправили Крисси фармить. Фармить или терпеть, что он здесь будет на сложной делать. И против него дабла на линии. Плюс, я думаю, рано или поздно выйдет Чен. Амба стоит, получает экспириенс на сложной. Тоже толком подпускать не будут. Здесь каст постоянно будет харасить. Ну и опять же отводы от НБ. Линия пропушена вплоть до тауэра. Абу цепляют. Бежит у нас Аба. Даже не будет, наверное, Коги юзать. Или будет? Стопит НБ у нас Абу. Неужели так просто все решится? Почему перестала стопить Венга? Я, честно говоря, не понял. Ну ладно, это ее дело. Можно было по хребту наваливать у нас Клоку. Не пошли дальше. Возможно, побоялись, что кто-то где-то рядом. Хотя, кто вообще-то может быть? В принципе, инфа по всем лайнам была. 550 уже на руках у Квапы. Скоро появится банка. У Нелли денег нет. Слил все в сапог. Крисси начинает у нас ковыряться с Канеки. Все это за руну. Канеки хорошую позицию занял. Забирает руну ДД, и Крисси, по-моему, здесь доигрался. Еще один удар в спину, разваливается у нас. А Крисси через нижнюю бумбел забирает First Blood. Ну, это дабл дэмэдж. Дабл дэмэдж для Чена, точнее. Просто бей по 100 с руки,
все будет в порядке. Там, опять же, небольшой КД на нижнюю Бумбелла, вы это прекрасно понимаете. Развалили Криси быстро. Нелли лишнее себе позволил. Нелли здесь рассыпается, ну и Майпро у нас под шрапнелью может догореть. НБ валит в спину. Винга забирает у нас Квапу с мида. Квапа, в свою очередь, успела забрать снайпера. Абу здесь в кустах зажимают, ну, через Коги можно отсюда уходить. 2-1. Девардинку от команды Signature Trust. Это все очень просто. Благодаря Зевсу. Ну и чуть-чуть подзатихли у нас файты. Хотя Райор продолжает гнать Абу. Аба, батарея саут включай, сгоришь вообще. Нет, Аба на спокойствии. Покерфейс ушел отсюда. У Абы было 8 деревьев, если я не ошибаюсь. Теперь у него одно дерево и четвертая часть ХП вообще имеется. Фейсбутс появляется для Райора. Что там по троллю, как обстоят дела? 550 на руках, в курьере. Ничего. Ну, будет выходить в аквилу у нас тролль. Или в фазы. Ну, наверное, сначала фазы, потом доминатор, потом уже аквила и прочие вспомогательные артефакты. Все, у Абы нет хила. Абе надо, как минимум, юзать курьера и отнимать его у своих тиммейтов. У Майпро появляется тапок, ну, талисман, ботл. У Канеки прилетает тапок, смог больше ничего. Готовится выйти у нас на Криси, как я понимаю. И нет, нет вижена для команды Рейв. Чен встречается у нас на реке вместе с НБ. Разменялись ударами, разошлись. Криси пришел постилить, а стилить толком и некого. У Абы по чуть-чуть третий левел насобирался. Но посмотрите на крипстат Абы. Это несчастье полное. 0-0. Канеки зацепили в лесу. Два стака есть. Бумбел старается доковырять Криси. У него это получается. Правда, изначально Чен у нас погибает. Чен сразу же, по-моему, своих крипов. А куда он, кстати, их отправил? Да никуда не отправил. У него здесь сова стоит и мультиспауны фармит через торнадо. Хорошая идея. 850 на руках у Чена. У Абы один крип. Ничего себе, какой прогресс. Лакелс фармит на легкой 28 на 15. Райор на легкой 31 на 21. Еще и Абу успевают гонять. Ну, ничего себе Аба позволить не может. Только через Коги немного ману где-то подрезать. Здесь немножко осталось до 6 левела. Дальше и в Когах можно будет драться свободно против Абы. Ну что, Райор пошел нарезать у нас по... Клокверку, Клокверка забрали. Райор забирает этот фраг. Майпро врывается сюда. Соник Вейв есть. Вич Доктора развалил, но дальше очень сильно под Меледиктом проседает. Крит прошел у нас от Райора. Даблкил для Джаггернаута. Рейв классно начинают. У Рейв все хорошо. Пошел отдаваться Тауру Райор. Не получилось. Канеки забирает этот фраг. Вовремя пришла команда Signature Trust подсейвить своих тиммейтов. Ну и неплохо у них получилось. Забрали, что очень важно, Райора, который имеет топ нетворс на карте 3000. У Queen of Pain ничего нового не появляется. Ботл, тапок, ну, талисман. Куда вообще? А, здесь грейженный стик. Ну, плоховато, конечно, у Квапа идут дела. Четвертое место на карте. Уступает даже Бэтрайдеру на сложной. У Криси еще 800 у нас осталось до Даггера. И Джаггернаут где-то кого-то разобрал. Не где-то кого-то отроля в своем лесу. Ну, через Омни Слэш. В принципе, это все очень просто делается.
в общем-то, фраги, какой-то массированный выход только на топе мы с вами замечали. По большей части, что команда Rave, что Signature Trust занята своими делами и простым фармом. Никто ни на кого не нападает, никто никого не трогает. Где-то разве что на ошибки могут поймать и развалить, как, например, Лакелс у нас погиб на топ-руне. Ну, на топ-лайне, точнее. Лакелс здесь очень сильно просел от Криси. А теперь Аба разворачивается, гнаться за Криси. Ну, под Файерфлаем и под тремя стаками на Палма. Куда вообще Аба лез, непонятно. Но здесь думал, возможно, товарищ подойдет. Товарищ испугался за себя и в итоге Аба сливается. Майпро на лоу хп, ульта снайпера в него залетела, там нормально Нелли подразобрал Квапу. Под инвизом Квапа. Третий Scream of Pain, Sonic Wave тоже имеется. Куда Майпро вообще направился, толком не понимаю. Так должны понять, что где-то курьер, можно попытаться забрать куру. Нет, улетает у нас Майпро, улетает на нижний лайн. На нижнем лайне Лакелса очень сильно пробивают, но Лакелс, скорее всего, догорит. Нет, Лакелс живет. И Вингу убили, и Бэтрайдера развалили. Майпро очень удачно ворвался сюда. Sonic Wave, ульта от снайпера разнесло. Тролль Варлорд на 20 хп уходит. Ну, сейчас еще и отъедаться начнет на крипах. Лакелс никуда не собирается, все у него, как ему кажется, по хп в порядке. 75. Можно драться. Счет 8-6. Signature Trust впереди. Я думаю, по золоту та же история. Более 1000 по голде и более 1000 по экспириенсу. Что, еще раз напомню. Это первый матч данного Best of 2. Счет на данный момент 0-0. Команды играют два матча и за каждую из побед получают по одному очку. И, соответственно, поправляют свои дела в групповом этапе. Выиграл, получил поинт. Выиграл две, получил два поинта. Обе проиграл, до свидания. Ну и ничья, по одному очку каждому коллективу дают. У Нелли уже имеется два рейсбенда, есть... Фейсбутс. И выходит постепенно в Яшу у нас Нелли. Пока что не мом. Ну такая активно-пассивная дота у нас началась. Толком никто никого не мучает, на лайны не бегает. На Майпро возможен выход. Врывается у нас Криси. Причем все это делает с даггера. Майпро понятия об этом не имел. Под смоком Квапу разобрали. Ульта пошла от Зевса. Лакелс. Погоня за НБ. НБ развалит 100%. Криси пытаются здесь зацепить. НБ рассыпался. Криси тоже рассыпался. Квапу разменяли на Бэтрайдера и на Венжи Фулл Спирит. Опять же здесь куча крипов от Чена. Можно идти и пушить лайн. Торнадо пока не проюзано, ну немножко совсем. Сова есть, кентавр есть, медведь есть, все вообще есть. Ауры все необходимы, единственное, кого не хватает, это сатир на хп реген. Но для атаки есть все. И количество дэмэджа от волка, и скорость от медведя, да и стан на всякий случай имеется. Ну что, Абба здесь... Просто поставил Коги, я так понимаю, из файта убрать того, кто тпшился. Ну и можно идти на Т2, почему не идти? Все, в принципе, есть. Hand of God не проюзан, мека есть. Отходят игроки команды Signature Trust, не поверили в себя. Развернулись, ушли. Майпро постепенно начинает собираться Оркид. Зевс пока просто с Солрингом. Ну, возможно, дальше будет какой-нибудь Бладстоун. Но Зевсу, конечно, нужен Аганим здесь. Да и в любой игре Зевсу Аганим must have.
Огоним рефрешер, Зевс тогда действительно полезен. А пока что занимается девардингом. Уже все, задевардили. Единственный вард на половине команды Signature Trust вот только что на ваших глазах упал. Заходят под смоком. Криси спалил смок, ульта пошла от Бумбела. На лоу хп у нас Венж Фулл Спирит рассыпалась. Дезвард стоит в когах, разваливает у нас Абу. Лакелс бегает, Канеки бегает. Но все, в общем-то, под Файрфлаем и Напалмом, но пока что живут. 2 в 3 разменялись. По итогу снайпер забрал у нас Чена. И остался жив, далеко стоит снайпер. Где Райор? Райор вообще на своей... на своем хайграунде. Ну и отходит команда Signature Trust. Получили сильно. Ману всю слили. Надо отсюда уходить. Майпро уже готов. Первый обливен став. У Клокверка собирается... Ring of Regen появляться. У... Бумбела. Мы видели Аркан Буцы и Сол Ринку. Чена уже готова мека. Еще 1000 сверху. Ну, это, понятное дело, Energy Booster и Арканы. Ну-ка, ну-ка. Проверяем знания доты. Вот Energy Booster. И вот скоро Арканы. Когда курьер прилетит. Ну, все. В принципе, все понятно. У тролля готова Яша уже. Деньги на нее есть. Осталось только докупить. Аба врывается у нас под Рошана. Стоит Хилинг Гвард, Джаггернаут забирает Аегис, Абба, наверное, зря сюда ворвался. Никого не дамажит, Батарея Саут бесполезен. Кас тоже у нас умудрился очень сильно надамажить, забрали тролля. Ну и Бумбел, теперь Бумбел получает у нас. Райор под Момом вместе с Яшей, с Фазами. Райор очень хорошо себя чувствует по золоту. Мы видим 8000 на данный момент уже у него. Нетворс, ну и понятно, что дальше будет только больше. Сенджин Яша готов. 14-я минута. Мом, Сенджин Яша, Фейсбутс. Все хорошо. У Райора 6-1 счет. Танцульки у нас начались. Отцов. Через торнадо пытаются дефать. Ну, пожалуйста, почему нет? Все равно никто на Т1 выходить не собирается. 3 игрока команды Рейв на нижнем лайне будут забирать Т1 по низу. Тут торнадо отцов по миду решили пойти. Да, смешная, конечно, ситуация. Так, совы у нас куда-то отправляются, давайте к ним просто привяжемся. Совы у нас отправляются на топ. Выходит Чен со всем своим зоопарком в спину. В спину Бэтрайдеру. Нет, Бэтрайдер отсюда даггер-раут как можно быстрее. Ульта пошла от Зевса и промахивается Аба. Не достает хуком. По-моему, не промахивается, а реально не достает хуком по Крисе. Криси отсюда улетает. Без маны, на лосо маны нет, поэтому можно отсюда идти. Ну, падает тавер, никто ничего сделать не сможет. Ну, здесь-то можно пойти на Т2. Наверное, можно, но хукшота единственное, что нету. Все есть, Sonic Wave есть. Бумбел ультанул, Hand of God есть, мека есть, уходят. Забирают один тавер, очень аккуратно играет команда Signature Trust. В лишние ненужные файты не лезут. Под таверами ни с кем не дерутся. Одного-двух забрали, пошли снесли вышку. По золоту давайте глянем. Рейв. Чуть менее 1000 по опыту, менее 3 тоже рейв. Райор стоит на хайграунде, у него есть Аегис, можно на себя байтить. Лассо уже у Бэтрайдера откэдэшилось. Полетели торнадо. Бедный, бедный Райор. Бежать надо отсюда. Так, верхняя у нас от Зевса. Развалился очень быстро тауэр. Бэтрайдер забирает себе все деньги за него. Ну и сразу же на топ-лейн перемещается команда Рейв. Можно сносить и здесь тауэр.
Нелли, в общем-то, в безопасности стоит. Ворваться Аба никак в него не может. Сюда ТП у нас от Квапы. Снайпер забирает тавер. Будет ли за ним погоня? Аба врывается на хукшоте у нас в Нелли. Сразу же НБ его высвапывает. Пошла ульта от Зевса. Нелли никуда еще отсюда не уходит. Нелли готов сражаться в Майпро. Пошла ульта, Майпро на лоу хп, но дерется. Hand of God не проюзывали, Меку только-только проюзали игроки команды Signature Trust. 14-12, но тавер на топе упал. У Канеки 900 по золоту сверху после Меки. Такими темпами скоро появится Аганим. Уже хорошо себя чувствует Чен. По общему нетворсу на 6-м месте. Queen of Pain появляется Оркид. Что там у Райора? 3000 после Сенджин Яши у снайпера. Сенджин Яша и, в общем-то, стандартный набор. Лакился Яша, Доминатор и Базилка. Тоже по чуть-чуть свои артефакты собирает. У нас в лес отправилась команда Signature Trust. И, в общем-то, стоят над головой у НБ. Надо просто просветить. Абба уже готов врываться, как я понимаю. Нелли должны были видеть. Пингует по Нелли. Врывается сразу же в двоих у нас. Абба зажал двоих. Каст стоит здесь. Нелли стоит здесь. Каст умирает. Умирает снайпер. НБ тоже, скорее всего, отсюда не отпускают. Hand of God от Чена. Бумбел очень сильно битый, но пока живой. Райора у нас застопили крипы. Ну, это крутейшая драка от Signature Trust. Просто-напросто пятерых расковыряли через крипов, через хил, через подсейф от Чена. Развалили пятерых. Вообще безапелляционно заработали. 3000, 1500 рейв потеряли. Т2 сыпется. На миде никто этому не помешает. Сразу же надо идти на топ и сносить Т2 на топе. Battle Trance включает роль. Как долго. Наконец-то Battle Trance у нас роль включил. Надо идти на топ. Почему нет? Джаггернаута не будет 20 секунд. Без него драться тоже не будут. Такое ощущение, что только Квапе нужна победа. Signature Trust и мне. Нет, не отправляются в итоге на топ. Пошли опять играть относительно сейвово. Ну, надо потратить заработанные деньги. Тут курьер полный, наверное. Нет, курьер, кстати, вообще не загруженный. Манта Стайл прилетает у нас для Лакелса. Скажите, для чего? Для чего Лакелсу Манта Стайл? Ну, наверное, да, и выйдить ульту тролля. Ой, тролля, Джаггернаута, конечно. Так, лассо на Квапу, туда же ульта от Райора. Быстро-быстро Квапу разобрали. 19-13. По золоту Signature Trust 3 с лишним, по экспириенсу 3. Канеки уже имеет 2400 по золоту. Это все после Меки, после Аркан. Все в порядке. 11 левел, второй Hand of God. Надо покупать Аегис. Ой, Аегис. Аегис тут не купишь, конечно. Аганим надо покупать уже немножко. Подплавила меня дота. Крисси отправляется во вражеский лес. Крисси ничего не боится. Даггер есть, форстав есть. Если что, можно будет свалить отовсюду и от всех. Ну, тимфарм от команды Signature Trust. Ладно, можем по артефактам пробежаться. БКБ приходит у нас Райору. После Сенджин Яши у Вич Доктора Транквилы. Ничего интересного у Вингиурна и Транквилы. Здесь Криси, Транквилы, Форстав, Даггер и Огр Клаб. Готовится выход в Блэкинг Бар у снайпера. Сенджин Яша, Фазы и Рейсбенд. Да, да, да. Нет, еще появляется Огр Клаб. Как я понимаю, Black King Bar собирает себе Нелли. У тролля тем временем появляется Ultimate Orb. Готовится выход в Скади. Это все после Манта Стайла, Доминатора. Ну и каких-то вспомогательных артефактов. 2600 на руках у Канеки. По шмоткам пока без изменений. У Клока Force Staff уже вот-вот. У Квапы уже есть Оркет и еще и Ultimate Orb сверху.
Майпроб 8-4. Много нелепых смертей, но и у Лакелса была смерть в данной же точке. Зачем и кому это было нужно, непонятно. Через 3 секунды у Райора будет ульта. Ну что, зацепили Майпро. У Райора уже есть ульта. Правда, ульта и так вопе не понадобилась. 1-0. 5 квапа. Просто только я обратил внимание на то, что Queen of Pain умирает у нас в ненужных местах и бессмысленно. Queen of Pain подтвердила мои слова и умерла в 5-й раз. Обнаглел у нас Криси полностью. Во вражеском лесу выфармливает крипов. Ничего Чену не оставляет. Какая подлость. Форстав появляется у Аббы. Ну и форстав также для Чена. Канеки решил потратить деньги не в Аганим. Аганим будет попозже. Ждем. Ждем смоук от Рейв. Надо выходить на вот этого персонажа. Наверное, после Эншентов будет смоук. Опять же, здесь есть Вижен у команды... Команда Signature Trust под вардом стоит коллектив Рейв, и если смоук проюзают, все сразу будет понятно. Немножко недостает по Вижену у нас Сентрик. НБ попадает под Майпро, пошел крик, лассо на Майпро нацепили на хайграунд, его не затаскивают. Майпро очень сильно проседает, тролль. Тролль очень плотно валит, Нелли у нас сыпется, но здесь Райор в ульте. Блэк Кинг Бар, ульта, теперь крипов Чена пора фармить. Аба бежит дальше за Райором. Ловит его, не ловит его в коге. Ловит в Battery Assault и когами просто подталкивает Райора. Спасибо большое. Криси живой. В итоге 3 в 1 подрались. Потеряли тролля. На Рошана выходить смысла никакого. 1000 по золоту заработали Signature Trust. И по экспириенсу тоже 1800 в пользу Signature Trust. У Криси вот-вот БКБ уже будет. Эта пачка, еще парочка таких стаков, у Криси соберется рецепт. Но Firefly закончился, Криси придется еще раз сюда возвращаться, пока что... Хотя да, здесь одного тролля забрать. А так, по сути, практически все у нас для Криси отошли. У Джаггернаута появляется Башер. 1200 сверху у Райора. Сенджин Яша, Башер и БКБ. Райор на первом месте по нетворсу. 15700. На втором Лакелс на тролле. У него 13000. Ну, чуть-чуть остается денег до второго Ultimate Orb'а. Так, у нас здесь драка в лесу. Канеки поймали. В лосо Firefly. Сильно по хп проседает каст. Каст сыпется. Майпро разультился из Scream of Pain, надо бежать отсюда. Райор просто с руки выковыривает. Забрали также вингу, пока что 2 в 3 драка. Пошла ульта у нас от Райора, как же Лакелсу не повезло. Дал Манта Стайл и все в основного персонажа. Иллюзиям вообще толком ничего не досталось. Райор стоит, в БКБ включает и просто наваливает по спине Канеки, забирает зверей, забирает всех на свете. 3 убийства за драку. 3 из 4 Райор. 3200 сразу же на руках. Покупая Abyssal Blade не хочу. Рошана тоже, скорее всего, Райор у нас забирает. В общем-то, под момом нормально отхиливается. Тут еще у Нелли ДД. У Рошан быстро падает. Аба ракеты туда запустил. Понимает, что кто-то на лоу хп здесь может быть. Можно бы ворваться. Будет ли Аба врываться? Нет, уже не будет. В итоге Райор великодушно оставляет снайперу Аегис, потому что там полнейший лоу хп был от Нелли.
Ну а Джаггернаут уже откормился на лайне, уже отхилился. 4000 у Райора. Можно покупать Abyssal Blade. В драке ему никто ничего толком не делает. Да, появляется Abyssal Blade у Райора. Правда, нет маны. Достаточного количества на его использование. Ну, понятно, что Райор у нас на базу отойдет. Ну все, Джаггернаут более чем крут. На 27-й минуте крутой запак. Все, что необходимо, имеется. Так, также все нужное есть у... все нужное есть у нас у Криси. У Вич-доктора. Далеко, конечно, для до Форстафа. У снайпера есть Сенжин Яша, есть БКБ. Аегис тоже имеется, можно пока подраться. Там главное Райору дать возможность убивать. Улакился. До Скади остается еще, ну, 1000, наверное. После этих крипов там где-то около 700. У Майпро по-прежнему Ultimate Orb и больше ничего. Майпро у нас в Хекс, как я понимаю, выходит. Оркид на руках имеется, есть... Power Threads у Чена. Чена тоже. После Форстафа никаких изменений не произошло. Да и по золоту, по-моему, также ситуация осталась. У Бумбелла появляется Юл. Ну, собственно, по команде Signature Trust разобрались. Здесь по саппортам та же история. Вменяемых артефактов пока ни у кого не появляется. Аба так несерьезно промазывает хуком. Просто впритык, стоя к Райору. Аба на лоу хп, но еще живет. Зато разобрали у нас Бумбелла. Hand of God уже проюзали. И можно идти просто гнать Signature Trust на свою базу. Рейв фуловый. Врывается Криси. Влакился лосо. Лакил здесь разваливается. Райор с руки бьет очень сильно. Уже плюс 200 только что было. Ну... прекрасно понимаете. По Даурой Винги тут 350 с руки от Райора. Скорость дэмэдж, атаки огромнейшая. Хилингвард включили, пошли на хайграунд. Райору плевать на Коги. Райора никогда не было маны и не будет. Что тут с Тауэром будет происходить? Давайте понаблюдаем. Тауэр сыпется и достаточно быстро сыпется. Райора, ставь в покое крипов, бей Тауэр. Тут Т2 и тут Т2 стоят. В общем-то, максимум, что могут себе позволить рейв, это забрать мид и отойти отсюда. И то, наверное, не полностью. Нет, ранжевой барак не оставляют. Ранжевой барак тоже забирают. Отсюда уходят. Все хорошо. Удачный прорыв. 24-23. Рейв вроде бы по фрагам уступают. А по факту рейв должны быть уже далеко впереди. 7500 по золоту. По экспириенсу 12000 в пользу Dire Team. Ну, конечно же, это коллектив Рейв. Здесь главное действующее лицо команды Рейв. И вообще главное действующее лицо на карте это Райор на Джаггернауте. Тролль, мы видели, не переживает лосо. Это опять же без Омни Слэш. Это просто с руки Райор его ковырял под момом без каких-то проблем. В статы у нас идет, конечно, тролль. Получится ли собрать Скади, не получится. Пока сказать... сложно. Ну, наверное, получится тут. Как минимум еще надо сносить Т2 линию. На Эншентах Лакел свое вывести должен. Криси 1800 имеет на руках после Black King Bar. Бэтрайдер очень круто себя чувствует. Топ-4 на карте. Все, что надо, выфармливает. Таба уже в ужасе. Ставит Коги и бежит отсюда. Батарея Саут надо было еще проюзать. И на хукшоте лететь под собственный фонтан. Райор пили Тауэр. У Райора нет Аегиса. Аегис у нас у снайпера. Еще не выпал. Райор забирает Тауэр на хайграунде. Тауэр по низу. В это время крипы по миду подпушили. У Нелли дабл дэмэдж. Нелли тоже классно бьет с руки. Будет ли врыв в Райора? Если не будет врыва, драться вообще нет смысла. Канеки рассыпается у нас от одной
ульты Райора не провязал Hand of God. Драка будет не очень удобная для команды Signature Trust. Хотя крутейший хукшот на самом деле от АБ. Ну, Райор пошел просто с руки наваливать. Лоу ХП, конечно, можно доковырять. Гадлайк. И Гадлайк забирает Клокверк. Гадлайк от Райора. Здесь Нелли бьет очень сильно. Мегакилл уже для снайпера. Лакелс жив. Лакелс еще пытается сражаться. Здесь Криси. У Криси даггер через 7 секунд. Но есть форстав. Просто толкай себя и жги. Майпро врывается сюда. Соник Вейва нет, зато есть Scream of Pain. Нет, разошлись игроки команд. Товара стоят. Битый очень сильно милишный барак, но по-прежнему стоит. Все хорошо, все получилось у команды Signature Trust. Успокойся, это прошло. Два байбека, конечно, ценой больших потерь, но опять же, наубивали нормально. Клок заработал 1000 просто за одного Джаггернаута. У Джаггера 15-3 стата, топ нетворс на карте, еще бы не заработать столько денег. Огр Клаб у Абы, ну, скорее всего, выход в Блэк Кинг Бар. У Криси еще 1000 на руках после Boots of Travel у Винги. Что? Что-что? А, Винга у нас пошла в Ладнер. Я думал, НБ вдруг подумал, что ему пора фармить и собирает себе доминатор. Даже немного удивился. Так, врыв у нас пошел в Криси. Криси через Firefly, через Force Staff отсюда уходит. Куда Аба ворвался, я не очень понимаю. Хотя НБ проседает по ХП. Но здесь, чтобы одного Абу подсейвить, пришлось проюзать Меку и Hand of God. Это означает только одно. Рейв может нападать. У Райора все в порядке по дэмэджу. У Райора достаточное количество ХП. Black King Bar имеется. Omni Slash имеется. Просто иди выноси. Минус 3 ульта для команды Signature Trust. Ну, разве что у Квапы уже откатился. Ну, решает себя до полного безумия обезопасить Райор. Покупает Скади. Я аж удивился, куда деньги его делись. Скади прилетает у нас к кор-герою команды Рейв. Рошана нет и не будет еще 3 минуты. Даже чуть больше. Владмир прилетает в Vengeful Spirit. Ну, почему не идти? Все, Вич-доктор появился. ВД у нас отправляется на нижний лайн. Видимо, команда Рейв решила все-таки зайти по низу. Райор просто между делом. У нас пачки крипов убивает Криси. Затаскивает Канеки на хайграунд. Бедняга Чен стоит здесь, форстафает вниз. Ну, теперь понятно, зачем форстаф. Мека и спасает она Ченову задницу. Потому что беда была бы полная, если бы не Мека. Там флеймбрейк в спину и... Все. Живой в итоге Чен. Правда, Hand of God еще 60 секунд не будет. Кто здесь такой наглый? Лакелс пришел на топ команды Рейв, решил подраться. Нелли уже сюда перетянулся, перетянулся сюда НБ. У Лакелса нет Блэк Кинг Бара. Собственно, БКБ здесь, наверное, и нет кого собирать. Хотя вот... А, Клок все-таки не в БКБ пошел, да. БКБ тут бессмысленно. Аганим собрал у нас... БКБ собрал себе... Ой, БКБ. БКБ не собрал, Аганим себе собрал Клокверк. Ульта Зевса прочекали, узнали, где находятся соперники, толком сделать ничего не смогли. Джаггер убегает. На моме, на фазах не дотянулся хукшотом у нас. Аба по факту два ульта использованы в никуда. Хотя здесь, в принципе, Аганим есть. Недолго ульту кдшится. Уже готов ульту Клока. И, кстати, сейчас будет 16-й левел у Абы, если, опять же, он не первым умрет в данном файте. Все, Райор увидел у нас Абу, как я понимаю, спадает смок у нас Райора. Побежали за Канеки. Канеки сыпется. БКБ. От Джаггернаута Чен рассыпается, не успел дожидать ульту.
Развалили тролля очень быстро. У тролля нет байбека. Значит, можно заходить и сносить нижний лайн. Трипл килл для Джаггернаута. Ну, тут вообще не по шансам команде Signature Trust драться. Просто разнесли три троих. И что остается Аби? Давайте Коги стоят смотреть, когда они закончатся и когда упадут бараки. Давайте глянем по байбекам. У Чена байбека не имеется. Нет байбека у тролля. Надо идти на Т4. Нечего даже перемещаться на Т2. На топ или нет? Рейв супер сейв дота. 40 минут. Ладно, понятно. Рейв отправляется у нас на Рошана. Потом уже, скорее всего, будет верхняя линия снесена. Но дела у Signature Trust гораздо лучше. Ой, точнее, гораздо хуже, чем у Рейв. У Рейв два внешних тавера до сих пор стоит. Ни одна сторона не страдала. Здесь минус две стороны уже. Осталось только допушить Т2 и снести третью сторону. Тогда, собственно, ГГ Go Next. Отправляются на топ игроки команды Рейв. Кто пешком, кто на телепорте. Давайте глянем по вещам. Я вижу, что у Квапы наконец-то появляется Хекс на 38-й минуте. Лучше поздно, чем никогда. У Бумбелла ничего нового. И у Ларканы. У Клокверка. Аганим Форстав Транквилы. Тоже ничего нового. У Чена уже минут 18 не меняется в этом билде ничегошеньки. Ну и 1000 по золоту сверху. У тролля тем временем тоже никаких обновлений. Блинк Даггер разве что появился у нас у Тролль Варлорда. Ждем вменяемых врывов, а то что это все? Бэтрайдер да Бэтрайдер врывается. Сыпется Тауэр. Рейв далеко, Рейв не подходит. Уже занял себе позицию Криси. Никто с ним не будет на лоу-граунде разговаривать. Файерфлай будет потрачен зря. Рейв заходит на хайграунд. Хилинг вард хилит. Джаггернаут дамажит. Все очень и очень просто. Разорвали нереально быстро у нас Джаггернаута. Доигрался у нас Джаггер в свою доту. Сбивают Аегис у нас также снайперу. Пока что 2 в 0 драка. Ну, с учетом Аегиса 2 в 0. Майпро стоит сильно битый. Нелли круто дамажит. Бумбелла рассыпал. Signature Trust в лице четырех людей живы. Чен, правда, здесь умирает. Умирает также снайпер. Прилетает сюда Криси. Криси должен забирать тролля. Еще один удар. Просто дай. Как же сильно сыпется Криси. Лакелс умудряется у нас забрать. И... Кого? Вингу, по-моему, забрали последнюю. Нет, Бэтрайдера. Короче говоря, одного саппорта и забрали Бэтрайдера после всего. Ну что это? Тимвайп со стороны Signature Trust. Никто просто так в гости рейвов не ждет. 33-33. По данному файту кучу денег Signature Trust вынесли. Байбеки, конечно, у рейв имеются. Причем у кор-героев у всех есть байбеки. Да и не у кор-героев. У всех, кроме Винги. И у Винги через две монетки, через одну появляется байбек. Ну, пушить просто команда Signature Trust не способна. Во-первых, нет Чена. Во-вторых, сами очень сильно битые. Ну, огрызнуться огрызнулись. Здорово. С 21 тысячи до 17, по-моему, круто. По экспириенсу с 16 до 9. Ура-юра, еще 5000 на руках. По нетворсу 26 кусков у нас для Джаггернаута и 21к для тролля. Ривер появляется, готов, в принципе, готов сатаник. На рецепт деньги уже есть и надо просто его докупить. Тут all-in идет команда Signature Trust, что им вообще остается? Один удачный заход от Рейф и... Игра слита. Последняя линия стоит и тоже стоит. На ладан дышит. Здесь уже битый тауэр. Просто удачно подерись и все. И таура рассыпятся в
долю секунды. Бараки, конечно. Ничего нового у Канеки не появилось. Прошло 42 минуты, то есть последний раз я на него обращал внимание с новым артефактом Форстафом где-то минут 20 назад. Канеки просто терпит. У Квапы Хекс, после Хекса 3800. Байбек это или не байбек? Да, байбек у Квапы имеется. Но так больше ни у кого из команды Signature Trust нет байбека. Либо сейчас, либо никогда. Надо драться. Ульты есть у всех. Аба должен удачно ворваться. Нелли с Мьёлниром уже наваливает. К нему вообще не подходи. Так, снайпера зацепили. Высвапывает сразу же его винга. Сама из когов уходит. Ну, тут недолго откатывается ульт клокверком. Маны тоже немного требует. С учетом его манапула. За курьером. А нет, курьер это курьер команды Рейв. Врывается у нас Лакелс на Райора. Пока что потихонечку с иллюзиями сражается. Ну... иллюзии, те иллюзии даже троллю наваливают очень жестко. Развалили иллюзии, Аба ворвался у нас в каста, каст под сайленсом. Криси на лоу хп отсюда уходит, ну побили команду Рейв. Побили и гонят до самого хайграунда своего. Хиллингвард, плюс опять же здесь вуду от каста, все фуловые. Возвращаются назад, теперь видимо очередь бить началась. Команды Рейв настала. Куда-то ушли деньги у Джаггернаута. И куда? А, Манта Стайл прилетел у нас для Райора. Я так посмотрел, как будто всю жизнь был Манта Стайл. Нет, Райор только-только его купил. 1100 сверху. По байбекам у Квапы имеется. Больше ни у кого байбеков нет. Что по ультам? У Зевса 30 секунд не будет ульта. У Квапы... Квапы тоже 80 секунд не будет ульта. Канеки просто рассыпается на ровном месте. Нет у Канеки байбека, а значит Hand of God тоже для команды Signature Trust забытая история. Криси, Firefly, еще пару секунд. Залети же на хайграунд, увидь, что никого нет. Давайте врываться, давайте драку устроим. Нелли. Начинает сыпаться от Лакелса. Надо Нелли выталкивать. Выталкивают Нелли. Пошла ульта от Зевса. Развалили очень быстро у нас тролля. Тролль без байбеков. Да вообще все без байбека. Майпро рассыпался. Трипл килл от Райора. Короче говоря, тут даже смотреть толком нечего было. Быстро, уверенно, качественно. Райор пошел еще с Майпро подраться. Третий лайн падает. Тауэр на одном хп стоит. Не Тауэр, а Барак на одном хп. Третья линия уничтожена. Мега крипы для Рейв. Ну и дефить нечем. 61 секунду не будет тролля. Все об этом знают, никто ничего не пишет. Собственно, ГГ, я думаю, 100%. Рейв неплохо задавили, неплохо комбинацию свою реализовали. Райор как сумасшедший нафармил. Там действительно не по шансам с ним драться. Забирают всех, кого могли забрать. И на закуску забирают трон команды Signature Trust. Ну что, Рейв один поинт заработали. Напомню, что это Best of 2. И у нас на... ждем. Через 1-2 минуты появится второй матч. Будем заходить и смотреть, чем же Signature Trust смогут ответить во второй катке. И вообще соберутся ли они или просто будут сыпаться дальше. Пока не забывайте. Нажимайте follow на Твиче. Мы никаких денег за это не требуем. Ну и заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь. Все... новости, все обновления, вся информация по грядущим стримам будет появляться в группе и только в группе. Иначе у нас нет возможности оповестить вас. Ну, не считая фоллоу и почты, но на почту вряд ли каждую секунду вы заходите. Поэтому заходите в группу, подписывайтесь через соцсети. Где-то в новостях мы у вас появимся, узнаете, что стрим работает. Все, услышимся через пару минут, пока не переключайтесь.